что, поехали, начинаем нашу тренировку. И первое упражнение – отведение ноги назад стоя. Я буду выполнять это упражнение с фитнес-лентой «Я могучая». Вы можете подобрать для себя ленту по сопротивлению для продвинутого уровня или для среднего, начального. Тем, кому тяжело, вы можете выполнять собственным весом тела. У нас работают ягодицы, задняя поверхность бедра и мышцы-стабилизаторы. Сначала мы встаем на одну ногу. Исходное положение на одной ноге стоя. Нога в колене согнута, чтобы вес тела был на всей стопе. И другой ногой мы выполняем отведение назад, удерживая баланс на одной ноге. Начинаем. На одной ноге стоя мы стараемся удерживать баланс. Кому сложно, вы можете придерживать себя за стену или же за стол, стул, но старайтесь ровно выполнять отведение ноги назад. Голову не опускаем, голова у нас продолжение туловища. С ровной спиной мы смотрим перед собой. На выдохе отведение ноги назад и на вдохе возвращаем в исходное положение. Ребята, держитесь, 10 секунд осталось. Еще чуть-чуть, и мы с вами поменяем другую ногу. Молодцы. 3, 2, 1. Фух. Давайте поменяем другую ногу. Поехали! Теперь держим баланс на другой ноге. Старайтесь не падать. Отведение ноги назад ровно. Не заваливайтесь в сторону. Тянитесь тазом назад. И с ровной спиной выполняем упражнение. Дышите, дышите. Выдох, отведение. И вдох, возвращаемся в исходное положение. Также не забывайте, что пресс у нас всегда напряжен. Живот не вываливаем. Стоим ровно, смотрим перед собой и чуть-чуть осталось, 10 секунд. Молодцы, держаться, держаться. 5, 4, 3, 2, 1. Фух, отлично, закончили. Упражнение «Скалолаз». Я покажу вам, как сделать его с функциональными петлями TRX, «Я могучий», и как можно сделать собственным весом тела на коврике. Итак, в TRX исходное положение. Мы с вами встаем в упор в планку, ноги вместе, руки под собой, и на выдохе подтягиваем колени к груди. Задача – старайтесь не прогибаться в пояснице и держать мышцы кора. Но я сейчас буду делать вместе с вами собственным весом тела на коврике. Поэтому мы встаем в исходное положение, ладони под плечевой сустав, в планку на прямых руках, голова продолжение туловища, в пояснице не прогибаемся. И на выдохе подтягиваем колено к груди. Готовы? Поехали! Let's go! Ребята, не забывайте дышать на выдохе. Сильный выдох. Мы бежим с вами в планке. Держите поясницу. И следите, чтобы ваши ладони были под плечевым суставом. Молодцы, молодцы, бежим, бежим. Не сдаваться. Еще чуть-чуть. Старайтесь, потерпите. Руки сильные, мышцы кора сильные. Осталось 10 секунд. Еще чуть-чуть. 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Следующее упражнение у нас с вами захлесты и вытяжение спины. Исходное положение. Лежа на животе, мы с вами уводим руки за спину и попеременно сгибаем сначала одну голень к бедру, затем другую, потом двумя ногами,
И вытягиваемся вверх, удерживая на 3 секунды вверху, растягивая дельтовидные мышцы и грудные. Готовы? Поехали! Голова опущена вниз, попеременно сгибаем одну ногу к себе, другую, двумя ногами. И на вытяжении подъем корпуса вверх. Раз, два, три. Возвращаемся в исходное положение, попеременно сгибаем ноги, двумя ногами подтянуть к себе и вытяжение вверх. Следите за тем, чтобы голова у нас была всегда продолжение туловища. Старайтесь вверху как можно больше потянуться вперед и прогиб вверх. И не забывайте дышать. Все сгибания мы выполняем на выдохе и на вдохе, возвращаясь в исходное положение. И давайте последний раз. 3, 2, 1. Закончили. Молодцы. Следующее упражнение – Jumping Jack. Исходное положение стоя, мы выполняем прыжки, ноги врозь, руки вместе, хлопок над головой. Кому нельзя делать прыжки и для начального уровня, вы можете делать V-step шаги. 2 раза с одной ноги, 2 раза с другой. Вы делаете шаг в сторону и возвращаетесь обратно, ноги вместе. И затем 2 раза то же самое с другой ноги. Я буду делать для продвинутого уровня. Готовы? Поехали! Начинаем. Прыжки. Ноги вместе, хлопок над головой. Друзья, это отличное кардио-упражнение, которое подсушит вас, сделает вас рельефными, выносливыми, спортивными, чтобы вы увидели свои кубики на животе. Прыгаем высоко. Старайтесь пружинить как можно выше. Но где же ваши ручки? Держитесь, молодцы. Еще чуть-чуть осталось. Не забывайте улыбаться. И прям совсем чуть-чуть финишная прямая. 5, 4, 3, 2, 1. Фух. Выдох, наклон вниз. И последнее упражнение – это отжимания. Если у вас есть функциональные петли TRX «Я могучий», вы выполняете в TRX. Исходное положение. Уходим ногами назад, встаем в планку, не прогибайтесь поясницы, держите мышцы живота в напряжении. На вдохе мы разводим руки, сгибаем локтя и на выдохе возвращаемся в исходное положение. Ну а тех, у кого нет петель TRX, я покажу, как выполнять это же упражнение с собственным весом тела на коврике. Для продвинутого уровня вы можете выполнять с прямых ног, для начального уровня с колен. Исходное положение. Сначала мы встаем на четвереньки, уводим руки вперед и переносим корпус чуть вперед, чтобы плечи были над ладонями. На вдохе мы опускаемся вниз, на выдохе возвращаемся вверх и усложним касание плеча одной рукой и затем другой. Следите за тем, чтобы не прогибаться в пояснице. Держим ровно планку. Поехали! Готовы, начали. Вниз, вдох, на выдохе вверх, касание, касание. Держите живот, не прогибайтесь в пояснице. Лучше сделать несколько повторений правильно, чем 100 неправильно. И, друзья, держитесь, это последнее упражнение, осталось совсем чуть-чуть. Потерпите, доработать до конца. Старайтесь, когда вы касаетесь рукой плеча, удерживать таз неподвижным. Тазом не виляем. Осталось 10 секунд. Чуть-чуть прям. Финишная прямая. Молодцы. 5, 4, 3, 2, 1. Закончили.